Привет заглянувшим! Не знаю, как для вас, а для меня приготовление десертов – это момент медитации. Это меня расслабляет, на время отвлекает от тысячи мыслей. Потом, с хорошим запахом, который выходит из духовки, я еще и ароматерапию делаю. Скажу так, выпечка для меня своего рода спа. Для сладкого объятия сегодня готовлю рецепт кексов с маскарпоне. Кексы с маскарпоне – это невероятно мягкие сладости, идеально подходящие для перекуса. Это очень простая в приготовлении сладость, отличающаяся от обычных кексов лишь тем, что часть сливочного масла заменяется маскарпоне. Таким образом, именно этот ингредиент обеспечивает рассыпчатую, но в то же время очень мягкую консистенцию кексов. Хрустящие снаружи и мягкие внутри кексы с маскарпоне в тесте – настоящее открытие. Тесто, по желанию, вы можете добавить аромат, который предпочитаете – цедру лимона, апельсина или корицу. Воображение в соответствии с вашими вкусами зависит от вас. И самое приятное – это всегда процесс дегустации. Пока готовятся кексы, не забудь подписаться и поставить лайк этому видео. Хочу поблагодарить всех моих подписчиков за ваши комментарии, советы, вопросы, добрые и приятные слова, за вашу поддержку, за проявленную заинтересованность в моем канале. Я невероятно ценю, что несмотря ни на что вы остаетесь моими подписчиками. Правда, у меня нет одного направления, я человек творческий, увлекающийся. Мне интересна и выпечка, и кулинария, и шитье, и вязание, и делиться впечатлениями от красивых мест. Ваша поддержка вдохновляет. Спасибо вам большое еще раз.